is like a story that you've not read before. New beginnings fresh on every page. Now is the time to take a chance. Give it your all. Доброе утро! Доброе утро, босс! Начнем с того, что все хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Доброе утро, Лана. Доброе утро, Александр Андреевич. Скажите, неинтересно, как ты начинаете? Все хорошо? Ну а что я могу сделать, если действительно все прекрасно? Это фирма моя. Мы делаем проекты. Ну, конечно, сейчас все называется проектами. Кино – проект. Новый ресторан – суперпроект. Детская песочница – мегапроект. Нет, мы проектируем здания, дома, учреждения. Да города проектируем, чего скромничать. Но вот представьте себе. Представьте себе ваш санаторий своими основными зданиями, напоминающий знаменитые очертания Эльбруса. Маленький Эльбрус, Эльбрус-сын, почтительно, но гордо склонившийся перед своим знаменитым великим отцом. Красиво сказал. Мы рады, что вам понравилось. И никого не оставит равнодушным вид из окна на великую китайскую стену. Пичанхо. Мы рады, что вам понравилось. И таким образом вы увидите знаменитое сияние севера. Мы рады, что вам понравилось. Только... Золотишком покройте. Вот так и работает моя компания. Все хорошо. Боря, за успех. Алло? А, Валерий Петрович, здравствуйте. Да, смета уже утверждена. Угу, хорошо. Борь, сядь и выпей за успех. Алло, Лен, привет. Борь, ну ты где? Ну, честно говоря, у нас банкет. Мы отмечаем сдачу проекта. Ух ты! Поздравляю! И с кем ты? Ну как, с Сашей. И Сашу поздравь от всей души. А ночевать ты тоже у Саши будешь? Он тебе, кстати, большой привет передает. Я спрашиваю, ты ночевать приедешь? Наверное, через часик буду. А... Ну все, пока. Угу. Через час. Эдик! Ужинать! Борь, ну выпей за успех, в конце концов. Слушай, ну ты же знаешь, я за рулем, мне нельзя. И потом, Елена Владимировна крайне недовольна. А что ж ты тогда здесь еще? Давай, лети, спеши к своей законно любимой. Ну ладно, что-то не рос, ты что, боишься мою Ленку, да? Я твою Ленку? Ну да. Да, боюсь. Но главное, чтобы она тебя боялась. Ибо убоится жена. Послушай, ты бы лучше убоялся Куницына. Завтра сам с Владивостока прилетает, а проект у нас не доделан. Завтра надо быть в форме. Ну, все, мне пора, тебе тоже. Будьте добры, рассчитайте нас. Саш, давай домой. Да, да. Давай, да, домой. Да. За любовь. Саш, ну, за Елену Владимировну, за единственную и неповторимую. Повтори. А как? Черт побери, Лена! Полдевятого! Ну, я же просил меня разбудить, ну! Но ты поздно пришел, я думала, ты поспишь немного. Какой поспишь?
У меня встреча, это Куницын, ты вообще понимаешь? Борь, ну сколько можно? Тебя дома вообще не бывает. Мы с Этькой тебя просто не видим. Я тебя умоляю, не начинай, а? Что тебя вообще может не устраивать? Я вас обеспечиваю, ты можешь не работать. Я для вас днем и ночью стараюсь. Вот сейчас там новый проект. А что за проект? Лен, ну ты же знаешь, я не люблю обсуждать свои проекты дома. Ну не люблю. Ладно. Ланочка? А Александр Андреевич уже ждет вас. Как? Он... Здрасте. Здрасте. Он же раньше 11 никогда не приходил. Ну ладно, выясним. Доброе утро! Ой, ну не кричи ты так. Похмелье. Александр Андреевич, приехал господин Куницын. Я не понял, ты идешь? Конечно. Вот, и, по-моему, вот этот вариант, он будет более функционален, да, и эстетически, так сказать, более... Александр, а что вы думаете? Да. А мне нравится. Впрочем, знаете, вот эту секцию можно перенести сюда, а так, возможно, будет еще более... Александр? Да-да. Ну что ж, хорошая идея. А при желании всю секцию вот можно на север, например, поставить. Да, может быть, так будет более? Да, чтобы еще более будет. Ну, более-менее. А у меня идея. А давайте вообще на север ничего переносить не будем. А южнее поставим? И на юг тоже. Ничего переносить не будем. И запад тоже трогать не будем. На востоке? На востоке у нас природа хорошая. А давайте вообще ничего делать не будем. С вами, по крайней мере. Вениамин Сергеевич, я прошу вас, дайте еще шанс. К следующей нашей встрече объект будет идеален. Я обещаю. Вита, ну пробуйте. Пробуйте. О готовности доложите секретарю. Творческих вам успехов. Саша, а что происходит? Ты что, город мечты уже передумал сдавать? Ну и правильно. Зачем нам такой клиент, как Куницын? Зачем нам вообще Дальний Восток? Далеко? Проект реально недоработан. Я тебя умоляю, слушай, одно твое слово, и он бы согласился. Ну где харизма твоя, красноречие? Вот эта улыбка знаменитая, где? А ну... Ну, поулыбнись. Ох. Что случилось? Кое-что случилось. Мне знать не нужно? Наверное, нужно. Пойдем прогуляемся. У меня есть тетя. Она живет в Америке. Последний раз она приезжала в конце прошлого века или в начале этого, не помню. Так вот, именно тогда она и решила поддержать единственного племянника. Ну и дала мне начальный капитал. А, так вот откуда у тебя. Ясно. Да, но это еще не все. Тетя тогда поставила условие, чтобы я за эти годы развернулся и поднял бизнес. Если я это смогу, она делает меня единственным учредителем. Если нет, закрывает фирму и уезжает. Саша, я ничего не понимаю. В чем проблема? Бизнес процветает. Да. Но было еще одно условие. У меня должна быть жена. А ее, как видишь, нет. Ну, возьми мою. Шучу. Смешно. Я понимаю, что это все так глупо выглядит. Но ведь 15 лет назад я действительно хотел жениться. Позвонил тете, рассказал, она обрадовалась. Потом все это рухнуло. Я-то это пережил, а ее расстраивать не хотел. Ну и пошло-поехало. А как там твоя Леночка, да все нормально, тетя Лиз? Леночка? Да, Леночка. Везет нам на Леночек. К
Короче, для тети Лизы я уже давно и счастливо женат. И теперь она приезжает. И вот, вот что мне ей сказать? Что я врал ей все эти годы? Ну ты чего? Что, она из-за этого может обидеться и весь бизнес свернуть? Я не знаю, я об этом как-то даже не подумал. Слушай, ну, надо разрулить эту ситуацию. Как? Я не знаю, надо что-то придумать. Придумай, пожалуйста, я в долгу не останусь. У тебя же квартира в ипотеке. Наверное, тяжело. Я погашу весь кредит. Только чтобы с тетей Лизой все было в порядке. Насчет кредита это вовремя. А ну-ка пошли. Женить тебя будем. На ком? На Леночке. На какой? Ну вот сам и выберешь. Нет, я сюда не пойду. Чего ты? Странное название. Нормальное название. Чего? Я придумал. Надо поискать среди бывших. Сделаем так. Я начну общаться, а ты посмотришь свой список контактов. Давай, 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 давай. Это наша Катя, 25 лет, была замужем даже почти полгода, так что опыт, так сказать. Полгода – это, конечно, много. Ну, как хотите, остальные вообще не были, так что не знаю, справится ли. Запишите Катю и давайте еще посмотрим. Хорошо. А может, Светка? Она вроде не замужем. Это та, что на татуировках помешана? Вот я не думаю, что это хороший вариант. Ну да, да. Алло, Катя, привет. Это Александр. Я хотел... Почему ты еще не стер мой номер? Если ты не сотрешь его, я найду тебя и сама сотру тебя в порошок! Чего у тебя там? Нервы. А вот это что за прелестная девица? Это Марго, наша звезда. Она у нас просто на расхват. Да, на расхват-то не очень хорошо. Сильно популярных нам не надо. Но все равно запишите на всякий случай. Да, и давайте еще посмотрим, что у нас тут. А как насчет Гали техосмотр? Она вроде ничего, девчонка была. Техосмотр. Тихо! Да, тетя Лиз. Какой размер ноги у Леночки? Какой у вас размер ноги? А при чем тут я? Быстро размер ноги. 39-й. 39-й, тетя Лиз. У Эдика какой размер? 35-й. 35-й, тетя Лиз. Да, ждем вас с нетерпением. Какого еще Эдика? Я совсем забыл, нужен же еще и сын. Эдик? Эдуард. Я другого имени не вспомнил. И не уговаривайте меня. Это уже попахивает уголовщиной. Найти вам девушку, да еще и с ребенком. За 3 дня мы так не договаривались. Ладно тебе, не переживай. Деньги есть, люди найдутся. Ой, нет, Боря. Найти жену это еще куда ни шло. Но сына... Ну какой ребенок сможет сыграть чужого сына, не проколовшись? Это бред. Ой, нет, надо все рассказать тете Лизе, а там уже будь что будет. Ну, тихо, подожди, подожди. Что-нибудь придумаем. Да если бы был хотя бы один шанс, я бы им воспользовался, но это нереально. Ух. Есть один вариант. 100%-ный. Возьми мою семью. Ха-ха-ха. Боря, ты все шутишь и шутишь. Все смешнее и смешнее. Да подожди, я серьезно. Ленка моя, она хоть не очень тебя любит, но, по крайней мере, знает. И потом Эдику 10 лет как раз, а там осталось теорию подучить, и все. Да нет. Ты подожди, ты не сомневайся. То есть ты предложишь ей сыграть мою жену?
И что она на это скажет? Да я просто уверен, что она скажет «да». Нет! Ты что, совсем уже? Конечно, я не согласна. Нет, подожди, не будь так категорична. Такой шанс выпадает раз в жизни. Ты о чем говоришь? Какой шанс? Да, шанс вылезти из долговой ямы и начать новую, понимаешь, абсолютно новую жизнь. Это не способ. Давай лучше я пойду на работу. Вот это способ. Моя жена не должна работать. Да-да, слышали, проходили. О чем это вы? Сынок, ты давай ешь, иди учи уроки, давай. А Эдик уже большой, имеет право знать, он тоже может помочь семье. Даже не думай. Сынок, ты же хочешь новый компьютер? И монитор. И монитор. А что нужно делать, пап? Да ничего особенного, нужно просто... Мое решение окончательно и бесповоротно. Доброе утро. Доброе. А кто проектировал этот дом? Борис, конечно. Да, кстати, почему он сам не приехал? А он работает. На Александра Андреевича. Прошу. Как я могла согласиться на все это? Прошу вас. Крутой дом. Красивый. И не более того. Вот в таком доме надо жить, чтобы чувствовать себя королем. Пойдемте, я покажу вам ваши комнаты. Детская на третьем этаже. Ну, начнем с нее. Ах, да. Вот еще что. Это что? Теория. История нашей семьи, так сказать. Это все мы должны выучить? По возможности, но хотелось бы. Пойдемте. Класс. Хорошая комната, много света. Но есть одно но. Я слушаю. Никто не поверит, что в такой комнате может жить подросток. Да? Да. Надо развесить плакаты, заменить покрывало, нормальное постельное белье купить. Ну, как у нас дом. Да, 100%, мама права. Согласен, так и сделаем. Мне здесь тоже не очень нравится. Так, ну вот, это и будет наша спальня. Что? А из нее можно легко попасть в соседнюю комнату. Ну вот и хорошо. Да, и готовить я не буду. И не надо. Еду будем заказывать из ресторана. Ну, вы тут располагайтесь, а мне пора на работу. Ах, вот еще что. А, Лен, возьми, пожалуйста, купи себе что-нибудь из одежды. Что? Просто моя супруга должна соответствовать статусу. А я, значит, не соответствую? Нет, ты соответствуешь, ты... Очень, даже очень соответствуешь. Ну, просто вот это все... Эд, ты ведь хотел монитор, кажется? Да, хотел. Так, может, лучше сразу ноутбук, как думаешь? Конечно, лучше. Ладно. Купим дяде Саше монитор. И одежду женскую, дорогую. Пригодится. Мне пора на работу. И еще. Эд, было бы неплохо, если бы ты называл меня папой. Что? Угу. Но переезд – это уже кое-что. Но, милая моя, жизнь нужно менять радикально. Это как? Женщина должна быть самостоятельной.
Вот ты сейчас меняешь одного хозяина на другого. Ничего я не меняю. Это не важно. Но мужчины, они все одинаковые. Да и где эти мужчины? Вот посмотри вокруг. Ну, знаешь. Я все знаю. Вот приревнует твой Борюсик к твоему Александрику и бросит. Бросит? Бросит, бросит. И останешься ты одна, никому не нужная, с ребенком. И будешь под старость лет вон как. И что ты предлагаешь? Пожалуйста. Офис-менеджер, зарплата отличная, перспектива роста. Ну ты же знаешь, я архитектор. Архитектор. Архимандрита легче пристроить на работу, чем архитектора. Ладно, работаем над этим. А про Бориса ты не права. Он все-таки мужчина. 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 А знаете, моей подруге больше подойдет каре. Ты думаешь? Я попросил бы для начала хотя бы голову держать прямо. Ребята, приземлились. Едут. Быстро как-то. Да нет, это мы засиделись. Так, а что делать? Главное не паниковать. Правильно, паниковать мы будем потом. А сейчас повторим теорию. Эд, быстро скажи, когда у меня день рождения? 16 ноября, пап. Правильно. А, дорогой, а когда день рождения у нашего сына? А, первый день сентября дети идут в школу. Во второй день, 2 сентября. Хорошо. Только желательно без предисловий. Постараюсь не забыть. Ах, да, чуть не забыл. Лена. Идиот. Что? На другую руку. Вот так надо. Я забыл. Эдик, что ты делаешь? Ну, у нас же должны быть семейные фотографии. Черт побери. Семейные фотографии. Теперь мы пропали. Она ведь точно спросит про семейный альбом. Обратитесь к фотошопу, если угодили. Эдик. Мальчик прав. Thank you.
вроде все. Саша! Good afternoon. How was your flight? О, Саша! Какой все умный сын и английский знает. Oh, my flight was wonderful. Thank you. How are you? Слушай, только давай мы на русский язык перейдем. А я как-то так соскучилась по родному языку. Договорились. Милости просим в наш дом. О, боже мой, настоящий джентльмен. Эдик, слушай, а давай мы с тобой сразу на «ты» перейдем, а? Ну, так проще, можешь называть меня тетей, окей? Окей, тетя. Give me five. А где мама? Она сейчас спустится. Ну, пусть не торопится. Это, я так понимаю, Алена. Ага. Очень рада знакомству. Взаимно. Ты знаешь, Сашуль, я твою жену именно такой и представляла. Ага. Как долетели? 300 грамм бренди, и полет удался. Ой, извините. Вот. А еще один роман у меня был в Сочи. Ну, он невысокий был. Ну, глаза голубые. Тетя Лиз, здесь же дети до 16. Да. Вот это, я понимаю, рыба. Так и дает во рту. Саша, а жена-то у тебя? Хозяйственная, красивая, а главное, скромная. Да, мама у нас такая. Скажи, пожалуйста, а вот приправа в салат тоже вкусная. А что ты туда положила? Как что? Ну, соль, перец, лимонный сок. Странно. Лимонный сок вообще не чувствуется. Как они должны? Тетя Лиз, а расскажите, как там в Америке? Ну, Америка. Страна больших возможностей. Ну, как и в каждой стране, есть свои недостатки. А это кто? А это старый друг. А ты в это время где? А я снимаю. А, да. Видимо, очень хороший друг, раз ты его фотографируешь рядом с женой и сыном, да? Да. Можно сказать, почти родственник. Точнее, друг семьи. Друзья, это очень хорошо. Это очень хорошо. Дорогие вы мои. Да как я рада, что приехала. Вы отличная пара. У вас отличная семья. Ой, подождите, я же вам подарки привезла. Эдик, это тебе. О, спасибо. Пойду померяю. Давай. Алена, это тебе. Мне? Открывай. А? Ты. 39. Да. Я потом померяю. Да? Саш, ну ты же сказал 39-й. Ой, да это ничего страшного, тетя Лиз. Я вообще Сашке не удивляюсь. Уверена, что он до сих пор не знает, какого цвета мои глаза. Карие. Светло-карие. Оставили тут.
Доброе утро, тетя Лиз. Morning. Ой, ой, решила порадовать нас утренней вкусняшкой. Ну, что-то типа того. Как спалось на новом месте? Да как невесте. Жалко, жених не приснился. Ой, как я соскучилась по домашней еде. Ален, я задам тебе вопрос. У вас с Сашей не все гладко? С чего вы так решили? Потому что вы не спите вместе. Я все знаю. Ясно. Да. Мы не спим вместе. Но на это есть причина. Какая причина? Веская. А насколько веская? Очень веская. Неужели? Да. То есть нет. Это причина? Храп. Боже мой! Ну разве может такая ерунда помешать семейному счастью, Алена? Доброе утро, тетя Лиз. Как спалось? А? Отлично. Ты бегаешь? Да, стараюсь. По утрам, каждое утро. Ты мягко, спасибо, тетя Лиз. Пожалуйста, ну при чем здесь я? Это Алена оладушки готовила. Конечно, Алена. Ну кто же еще? А вам, тетя Лиз, ну, спасибо за все. А мне пора на работу. Подожди. Мне тут Алена кое в чем призналась, и я хочу тебе сказать, что я очень разочарована. Тетя Лиз, я все могу объяснить. Я разочарована, Саша. В моей жизни был некто Сергей Викентьевич, он очень храпел. Так вот, соседи даже полицию вызывали. Ну, Саш, ну это же лечится. Конечно, а при чем тут я? Я-то не храплю. Да. Это храплю я. Мне пора на работу. Так, подожди. Я тоже иногда храплю. Но меня никто из спальни не выгонял. Пойди и поблагодари жену за завтрак. Угу. Спасибо. Большое. Ну, ты как повара в ресторане благодаришь. Где чувства, где романтика? Такие оладьи и такой поцелуй. Саша, у меня будет с тобой очень серьезный разговор. А теперь мы едем на фирму. Сегодня? Сейчас. Я все улажу. Вся фирма. А там мой кабинет. Это мой помощник Лана. Да? Ну и в чем же она тебе помогает? Во всем. Практически во всем. Здравствуйте. Oh, well. Хорошо. I like it. Ну, молодец. Молодец. Мне очень нравится. Ой. Сашуль, я, конечно, очень польщена, но не кажется ли тебе, что здесь должно стоять фото твоей жены? Оно было. Просто разбилось стекло. И я дал его на реставрацию. Ну ладно, тогда хорошо. Да, я должна серьезно тебя предупредить. Я против твоих гуляний на стороне. Какие гуляния? Ну, а Александр чего? Андреевич. Я? Вам Борис Станиславович на прием. Да. Борис записан ко мне на прием? Да, Александр Андреевич. Ну, что ж.
пусть проходит. А, то есть, нет, пусть подождет. То есть, нет, пусть не подождет. А, то есть, пусть подождет у себя на рабочем месте. Я сам. Потом. Я вижу, у тебя много работы. Я прогуляюсь пойду. Я давно в Москве не была. Пойдемте, девушка. Саш, да ты тиран. Просто Виссарион Степанович какой-то. Был у меня один большой начальник. Страшный жлоб. Нет, я, конечно, понимаю, бизнес, субординация, но держать друга семьи в приемной нехорошо. Нехорошо. А вы, Борис, что вы как бедный родственник? В этот кабинет друг семьи должен входить без доклада в любое время. Что бы здесь ни происходило, мы договорились? Договорились. У тебя прекрасная тетя. Он знает. До вечера. Ё-моё, Боря, ну что ты за спектакль устроил, а? Записался ко мне на прием, сидит, ждет. Я что, король английский? Или ты знал, что здесь королева Елизавета? Нет, не знал. Я просто приехал кое-что тебе сказать, Саш. Ну, говори. Я приехал сказать тебе, Саша, что ты босс. Не понял. Когда мы с китайцами работали, вспомни, пожалуйста, ты урезал смету в 2 раза, и мы подняли на этом 1,5 миллиона. Я сказал тебе, да, Саша, потому что ты босс. А сейчас, Саша, я говорю тебе нет. Потому что в моей семье я босс. Я понимаю, ситуация очень сложная, но разрулить ее вот такой ценой, извини, я не могу. Давай эту Ленку возвращай. Я надеюсь, еще не поздно. Боря, что ты несешь? А чего она трубку не берет, а? Я 14 раз вчера позвонил. 154 длинных гудка. А мне каково? Думаешь, легко быть мужем твоей жены? Мы же как ужи на тетиной сковородке. Чуть ошибся, и все, провал. А мы ведь не шпионы, Боря, не я, не Лена. Отступать некуда. А уж подумать, что я и Лена... Вот это перебор. Скажи мне, пожалуйста, а вы с Леной в одной спальне спите? Ой, а вы случайно с тетей Лизой не родственники? Мысли у вас очень одинаковые. Нет, Боря, в разных, но для тети Лизы в одной. Да я все понимаю. Не могу я так больше. Знаешь, какая тоска? Я... Приходишь домой, тишина такая жуткая. Крикнешь, Лена, Эдик. За окном собака, гав-гав, соседка с ротвейлером, дура. Саш, ты пойми, я ведь работать не могу. Вот что главное. А нам город мечты сдавать. Тут, Саш, надо думать. Творчески мыслить, так сказать, нужно. Боря, у меня есть одна мысль. Только ты ее сразу не отвергай, пожалуйста. Может быть, тебе съездить отдохнуть куда, а? Ну... Тебе же нужны новые впечатления, для вдохновения. Это же для всех. Я тебя как друга прошу. Ну, не знаю, если ненадолго только. Тетя Лиза через неделю уедет, подпишет все и уедет. И тут ты, такой загоревший, отдохнувший, забираешь жену-красавицу и наследника забирай. Ну, вот видишь, вот опять придется сказать тебе «да». Ну, ты же босс. Ладно, когда ехать? Сам реши. Но чем скорее, тем лучше, чтобы ни себя, ни жену не нервировать. Позвони Лене, скажи и лети себе спокойно. Так это сам и скажи. Ты же муж. Добрый вечер. Мы так рады видеть вас в нашем ресторане. Вы уже готовы сделать заказ? Да, пожалуйста, мне салат из фуа-гра и бокал красного вина.
Прекрасный выбор. Прекрасный выбор. Что спасибо. Для вас? Касса из запеченного перца с вишневым соусом и бокал красного сухого. Прекрасный выбор. Спасибо. Что вам? А мне ничего, молодой человек. Прекрасный выбор. Господи боже. Так по какому поводу сей банкет? Я думаю, Эдику приготовила, да и Эдик там один. За Эдика не волнуйся. Пожалуйста, я сейчас иду домой, и мы с ним весело проведем время за твоей индейкой. Ничего не понимаю. Так зачем мы все это заказали, если мы сейчас идем домой? Это я иду домой, а вы с Сашей остаетесь здесь. Это вам мой подарок. Ну, взбодрите чувства, вспомните молодость, так сказать. В общем, раньше 12 я вас не жду. Все, все, я ушла. Ну, что, если так смешно? Я тебе сейчас все объясню. Значит, я здесь? Из-за твоей секретарши Ламы? Получается так. Спасибо ей. Давно не была. Почему давно не была? Борис целый день недоступен. Даже не знаю, что и думать. Может, ты в курсе? А Борис уехал. Говорит, ему тяжело одному и все такое. Поехал отдохнуть, пока мы тут. Отдохнуть? Почему мне ничего не сказал? Он вроде как обиделся. Ты трубку не брала. Ну, он вспылил. Ты представляешь, он, оказывается, нас приревновал немного. Нет, я ему, конечно, все объяснил. Он успокоился и уехал. Обиделся? Уехал? Ну и правильно. Надо отдохнуть, бедняжки. Приревновал? Тоже правильно. Супруги должны ревновать друг друга, так ведь? Тебе немного будет? Официант? А ты чего на свой секретаршу пялишься? Симпатичный? Длинноногая? Справляется со своими служебными обязанностями? Я понимаю, что ты расстроена, но при чем здесь моя секретарша? Мужа ревную. Твой муж Борис. Какой такой Борис? Где Борис? Если мой муж был Борис, он бы сейчас сидел со мной здесь, в ресторане. А его нет. И нет уже давно. Он для вас старается. Ну, перестань, пожалуйста. Нас любить нужно. А ему любить некогда. Он запер в клетке. Ну, зачем так со мной? Я не знаю. Надо что-то делать. Надо что-то менять. Надо с чего-то начинать. Начни, пожалуй, с закуски. Дали жару. Давно я так не танцевал. Ну, фу. Надо было как-то расшевелить публику. Ты прекрасно танцуешь. Занималась когда-то? Тогда смотри, как тебе мой фуагра. То, что ты делаешь, действительно фуагра. А на самом деле это фуэте. Ты просто мне завидуешь. Смотри, как это делается. Лавочка, подвинь ее поближе. Так она же чугунная. Слабак. Ну, если гора не идет к Магомету, тогда Магомета несут в горе. Так, каблук. Дайте мне точку опоры. Сейчас. Иначе я что-нибудь переверну.
Саш, а почему ты до сих пор не женат, а? Такой симпатичный, весь. Мог бы осчастливить кого-нибудь. У меня редкая форма аллергии, заксофобия. Ясно. Бросили. Так тебе и надо. Дура ты. Че, такая стерва попалась, да? Да нет, не стерва. Нормальная попалась. Веселая такая, красивая. Ну, я, в общем, тоже ничего. И как порядочный человек, я хотел жениться, свадьбу заказал на 100 человек. Однажды поехал в командировку дела улаживать, вернулся и застал ее с соседом по квартире. Так что не верю я ни в брак, ни в любовь. Так, а сколько время, а? 11 еще нет. А, ну так надо еще прогуляться. Эдик? А это что? Это дом новый. Думать надо? Тут думать некогда, тут стрелять надо. А, я так и думала. А дай я попробую. Тетя Лиса, это сложно. Ой, я постараюсь. Давай. Ну ладно, вот это зомби. Угу. Так ходить, так перезаряжать, вот так стрелять. Поворачивайте вправо. Давайте, поворачивайте, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Перезаряжайте. Стреляйте. Вниже, ниже. Ну, тетя Лиза, почему вы все время в небо стреляете? Потому что я боюсь кого-нибудь поранить. Давайте лучше я. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Тетя Лиза, большое спасибо. Мы прекрасно провели вечер. Я вижу. Кажется, ограбили. Боже мой. А что унесли? Все. Все вещи пропали из шкафа. Платье, туфли, даже белье. Ты об этом? А, это вы. Все твои вещи, дорогая моя, в вашей общей спальне, где и ты будешь отныне спать. И точка. Вот это невозможно. Почему? Он же храплю. В смысле, я же храпит. Вот. Вот, отличное средство. Проверенное, дорогое, современное. Главное, выпить перед сном. Храпостоп пилюли. Он храплю. Я храпит. Пилюли, храпостоп пилюли. Ого, это что за ночной стриптиз? Молчи, смотри в книгу. Твоя тетя совсем с ума сошла. Забрала мои вещи. И перенесла сюда, чтобы мы, муж и жена, ты и я спали вместе в камере. Ну, это естественно. Естественно, для кого? Для обычного брака. Ты что-то не веришь. Нет у нас никакого брака! Я прошу тебя, будь потише, ну тетя может услышать. Так, все. Я забираю свои вещи и ухожу к себе в комнату. И там будь что будет. Мне надоело участвовать в этом бреде. Ты что, из-за этой руды? Ну, подумаешь, будем спать в одной комнате. Ну, потерпи еще чуть-чуть, тетя уедет так, и... Все, хватит мне эту сужу. Вот где. И сегодняшний вечер. Не извини. Потерпи, пожалуйста, еще немного. Хочешь, я могу на полу лечь? На полу? Блуждают.
только я знаю пока. Ты слышишь? Ты слышишь? Это я стучу дождем по мостовой. Прислушайся, как я шепчу полночною звездой. И если сквозь туман на тень лучей падут следы, знай, это я рождаю день, в котором будешь ты. Привет, Сашуль. Привет. Ой, тетя Лиза, привет. Ну, расскажи, удался вчера вечер с Аленой? Да, вполне. И насколько он был романтическим? В достаточной степени романтический. Алена не сильно храпела? Нормально храпела. То есть она совсем не храпела. Доброе утро. Ой, свежа как роза. Мои старания не были напрасны. Ну и как вам спится вместе? Так, мне пора на работу. Алё, что это с ним? Не знаю. Догони его. Нельзя отпускать мужа на работу в обзвинченном состоянии. По-моему, это не обязательно. Обязательно. Саша, одну минуточку. Меня тётя просила тебя успокоить. И заодно узнать, что с тобой такое. Меня как будто избегаешь? Да нет, я же сказал, мне пора на работу. И это так и сказать тете? Да, так и скажи. Сам просил. Потерпи, подыграй. В одной постели с ним спи. И теперь удираешь, как сумасшедший. Хорошо, так скажу. И еще скажу, что мне тоже пора. Домой. Надоело все. Тетя. Что тетя? Смотрит на нас. И? Она просила меня успокоить? Да. Так успокаивай. Хочешь знать правду?
В общем, я проснулся сегодня, а мы с тобой обнимаем друг друга. Это, знаешь, меня как-то встряхнуло. Ты ведь жена моего друга. Эти ночные объятия, они ведь, ну, не были предусмотрены сценарием. Эти объятия? Как ты их называешь? Они были подсознательными. Я ведь ночью всегда обнимаю Бориса. Это для меня привычно. А вот почему ты обнимал? Это вопрос. Большой вопрос. Закат на пляже. Я угощаю. Девушка, вы обворожительны. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла. Какая радость. Это вам. О, и сколько я вам за это должна? Обожаю американский юмор. My name is Sonia. О, салям алейкум. Я подруга Алены. О, приветик, Сонь. Эдик, привет. Ах, вот оно что. Тогда проходите. Обувь. Да, конечно. А, Алена, к тебе подруга с визиткой. Привет. Привет. Как я рада. Я пришла, как обещала. Соня моя подруга. Елизавета Абрамовна, Сашина тетя. Очень приятно. И мне очень приятно знакомиться с друзьями семьи. Я не буду вам мешать. Эдик. Эдик. Пойдем, пойдем, пойдем. Подышим свежим воздухом. Однако эта клетка более золотая, чем предыдущая. Ты как всегда. Всегда говорила и буду говорить. Женщина должна быть самостоятельной. А это что? Можно сказать, мой дневник. Чертежи, эскизы, наброски. Так для себя. А ты этот дом, что ли, срисовала? Нет, это мой старый проект. Семейный дом. А этот дом проектировал Борис. Он смотрит твой дневник и ворует твои идеи. Ты с ума сошла? Просто мысли иногда совпадают. У нас еще в институте были идеи похожие. Mm-hmm. Ну, понятно. Как глупо в такой день играть в эти стрелялки. Вы ничего не понимаете. Я лучше всех в классе играю. Лучше всех? Эдик, я хочу отыграться. Что, опять у вас нет шансов? Но я предлагаю тебе совсем другую игру. И здесь у тебя нет шансов. Что за игра? Ба-бам! Оп! Давай, твоя очередь. Игра для малышей. Ну, не скажи. Между прочим, она не так проста, как кажется. Если я попаду с первого раза, можно я дальше буду играть в комп? Договорились. Видишь? Смотри. Смотри, здесь главное прицелиться. Оп! И, пожалуйста, не говори так о Борисе. Он никогда бы не посмел так. У меня для тебя есть еще одна вакансия. Дура набитая, оплата сделанная. Ну, как можно быть такой наивной? Ура, я попал! Это что? Ха! Молодец! Кольцеброс. Так он раньше назывался. Да, игра детская. А я тебя раньше все время обыгрывала. Ну, когда это было? Посмотрим, на что ты сейчас годишься. Это вызов. Это вызов. Принимается. Мы в игре. Легко. Эдик, раздай мне. Спасибо. Доброе утро, Александр Андреевич. Это вам, ваш заказ. Ах, да-да. Спасибо.
Нет, ну этот кольцеброс просто чудо какое-то. Угу. Ребенок целый день на улице и без компьютера. А как вам у нас в России? У нас в России? Хорошо. Как будто и не уезжал никуда. А вот я вам завидую. Америка. Вот где женщины по-настоящему независимы от мужчин. Правда ведь? Ну да. А я Лене постоянно говорю, хватит сидеть дома, иди работать. А как же семья, муж? Ну, он же целый день на работе. Что-то там чертит, рисует. Пей чай, пожалуйста. Угощайтесь. А мне казалось, что Саша сам не чертит. У него какие-то другие обязанности. А, в любом случае, он на работе самоутверждается. А что, Алене нельзя? Можно и нужно. Но мне все-таки кажется, что для женщины главное – это семья. Сунь, вот вы мне завидуете. А что у меня есть? Ну, вернее, зачем мне все то, что у меня есть? Человек счастлив. Если он может поделиться своим счастьем, а с кем делиться? Семьи нет, никогда не было. Не успела. Не успела, потому что хотела успеть. А семья, она очень мешает. Правда? Да. Вот и я повесила на себя табличку. Не мешать. А теперь у меня никого нет. Ой, что я говорю, у меня же Саша есть. А теперь Алена и Эдик. Правда? Правда? Так что давайте Алене завидовать будем, ладно? Только черниц глазить. Александр Андреевич, можно? Да, что такое? Нужно кое-что подписать. Это так срочно? Ну, если вы очень заняты. Нет, нет, нет. Заходите. Это все? Да, кажется. Очень хорошо. Что-то еще? Ну, если я вам больше не нужна. Нет, спасибо. Лана. Да, Александр Андреевич. Простите, а что вы делаете сегодня вечером? Ну, у меня есть какие-то планы. Очень жаль. Хотя сегодня 19-е. Именно сегодня я абсолютно свободна. Ну, а что вы скажете, если я вас куда-нибудь приглашу? А куда? Ну, простите за банальность, в ресторан. В ресторан? А в какой? Право выбора оставляю за вами. Вы знаете, у нас напротив есть ресторан кавказской кухни. Или японский ресторан. А вы любите суши, роллы? Или итальянская, шеф-повар итальянец. Лана, простите, ресторан сегодня не получится. Ну и правильно, я терпеть не могу эти рестораны. Лана, я совсем забыл, у меня же сегодня встреча. В общем, мне пора. Вы в следующий раз мне обязательно скажите. Я вам не дам забыть. Спасибо. Я вам больше не нужна? Нет. Я пойду. Бокалы? Угу. Тетя Лиз, я три раза подряд попала в кольцеброс! Ты просто молодец! Я этому месяцами училась. Так, ужин на столе. Быстро мыть руки. Ну еще не пришел где папа. Уже пришел. Быстро мой руки. Привет, пап! Привет. Купил. А как же? Молодец. О, муженек пришел. Как прошел день, милый? Так, картошка, наверное, почти готова. Я пойду посмотрю. Я сама. Или даже лучше с Сашей.
Ты же мне поможешь, правда, милый? Посмотреть картошку? А как же? Уже помыл. Молодец! Пойдем переодеваться к ужину. Пошли. Ну что, где картошка? Это что? Это овощ, как не картошка. Вот это что? Как это называется? Ух, это называется скандал. Только скандаль потише, а то тетя услышит. Скандал? Никакого желания. Просто хочется узнать, как может такой приличный с виду человек прийти домой от любовницы и даже... Не мой руки! От любовницы? Я? А откуда же? Домой их и сразу за стол. Нехорошо. А ты знаешь, я уже весь помылся. И руки, и все остальное. Я, ну, то есть мы, ребята чистоплотные, поэтому я считаю, что... Руки мыть не обязательно! Тише, тетя услышит. Да, спасибо. Только я не пойму, что ты так переживаешь? Ну, испачкал рубашку, бросил стиральную машину и все. А ты кричишь, тетя услышит. Рубашку жалко. Помада дешевая, не отстирается. Молоко. Я не хочу. Мне подай молоко. Я та же тетя. Она же тебя, бедненького, ругать будет за шашки с секретаршей. Опять в ресторан заманит. Сидит там с тобой. Что? Тише, тетя услышит. Что ты стоишь? Подливай. Не понравилось, значит, в ресторане. Невкусно. Вкусно? Компания подвела. Полностью согласен. Тоска смертная. И танцуешь ты так сильно. Что? Тише, тетя услышит. Что ты говоришь? Алена! Саша! Господи, когда это все закончится? А у меня для вас сюрприз. Так, давайте попробуем еще раз. А у меня для вас сюрприз. Ух ты, здорово. Классно. Спасибо. Я так не играю. Ну, могли хотя бы спросить, какой. А сюрприз замечательный. Путевка на двоих. Пансионат. Родные просторы. Какие просторы? Родные. Я не могу, у меня проект... А у меня Эдик. Саша, твой главный проект – это твоя семья. Эдика я беру на себя. А вот с вами, мои дорогие, явно что-то не так. Взбодрите чувства. Любимых просторах? В родных. Пансионат, между прочим, замечательный. Директор – моя давнишняя подруга Клава. Ведите себя прилично. А лучше наоборот. А, ну, хорошо. Поедем в большие просторы. В родные. Может, я радио включу? Так я включу. Тот, кто влюблен, навек покорен. Навек покорен, навек покорен. Он ночью и днем с любовью вдвоем, с любовью вдвоем, с любовью вдвоем. Как я рада с вами познакомиться! Ой, Саша, вылет Елизавета! Какая она была красавица! Прошу, крашу только я! Вообще у нас здесь хорошо. Воздух пить можно. Природа съесть хочется. Кухня. А кухней нас не удивишь. Ой, а вы как добрались? Прекрасно. Ну так это же самое главное, потому что все остальное вам точно понравится. Такой покой, такая романтика, то, что нужно для двоих влюбленных. А сейчас дела, дела, дела. Располагайтесь, как мой обед, мамка, давай. Значит так, я в библиотеку, а ты, ну, не знаю, в теннис сыграй с отдыхающими. Каждые 2 часа встречаемся, показываемся Клавдии и вот так улыбаемся. Возражений есть? Никаких. Мой обед? Ну, так я ж совсем забыла. Вам крупно повезло. Через 30 минут у нас спортивно-романтическое мероприятие. Это как? Конкурс «Аполлон и Аполлония». У вас все шансы выиграть. Елизавета будет гордиться. Так, одеваем спортивную форму и спускаемся. Я вас жду. Ой-ой-ой. Рад вас, друзья. Я приветствовать в пансионате.
что с древних времен был назван «Родные просторы», и чтоб на харчах наших вы не поправлялись, боги Олимпа устроили соревнования! Ничего более идиотского просто придумать невозможно. Да брось, ты весело же. У тебя как со спортом? Так же, как с танцами? Громовержец велел нам начать с волейбола. Вам надлежит на две разбиться команды. Вижу команды уже я одной капитана. Где же команды другой славный руководитель? Что ж, если нету, увы, других претендентов, вас поздравляю с высоким я назначением. Ну уж, Дудки, в команде с лузерами я не играю. Ах, вот как. Ладно, сами справимся. Молодец, Сыпа. О, нет. Начали! Любовь на волю не судья обрати ладони небеса, где солнце светит парусам, что летят по ветру. Покори весну, растворяясь без остатка, прыгни в пустоту, без ума и без оглядки, улетай прочь. Все безумные проклятия, я прошу любовь, заключи меня в объятия. Резкий поворот направо. Оп, так нечестно еще, бабушка. Догоняй! Догоняй! Молодец, Сыпа! Покори весну, расслабляй без остатка, прыгай в пустоту, без ума и без... Ну-ка, дай-ка я, ой, вспомню былые годы. Тетя Лиз, опять в небо стрелять будете? Учись! Вот это я понимаю, стрелялки. Не то, что твои. В ноутбуке. Ага. Ну ты даешь, тетя Лиз. Тяни! Тяни! Тяни, Цыпа! Цыпа, тяни! Тяни, Цыпа! Цыпа, тяни! Цыпа, тяни! Да какая я вам Цыпа, в конце концов! Совсем совесть потеряли! Ты что, курица, творишь? Мы же из-за тебя сейчас проиграли! Не кажется ли вам, ладно? Вспомник! Саш, как ты себя чувствуешь? Саша? Да вроде нормально. Голова болит? Немножко. А где я? Как где? В пансионате. А... Ты что, ничего не помнишь? Нет, а вы кто? Я? Кто я? Я пошутил. Дурак, а. Я же испугалась, но тебе надо к врачу. Да перестань. В молодости не такое случалось. Я в порядке. Пойдем прогуляемся. А хулиганов не боишься? Ну, ты же меня защитишь. Борисом в институте познакомились? Да. Я ведь тоже архитектор. Правда, на кухне в основном.
А он красиво ухаживал. Смотрит влюбленно, а сказать стесняется. Зато цветы каждый день. На последней копейке. А сейчас? Вот многие думают, что архитектура — это бездушная наука. Расчеты, чертежи. Но в этих домах и городах люди жить будут. И всем в них должно быть хорошо. Они же в этих домах растут, учатся, влюбляются. Вот у меня есть проект «Город-сад». У каждой семьи будет свой сад. Ну, пусть небольшой, но свой. И прямо в городе. И это реально. Подожди, подожди, а ты работаешь? Да нет, так, для себя. А Борис в курсе? Борис? А может, купаться? Это нарушение режима. Ой, тоска. Какие мы правильные. Кто правильный? Я? Да я самый неправильный в мире. Догоняй, отдыхающий. За буйки не заплывать. Знаете, тетя Лиз, я так рад, что вы приехали. С вами так весело. Никогда не подумал, что взрослые могут быть такими. Мороженое хочешь? Спрашиваете. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Перетягивание каната и даже бокс. Ну, Саша всех победил. Вот и прекрасно. А у нас гости. Ну, здравствуйте. Ты здесь? Да так. Шел мимо, да, я думаю, загляну. А вас, оказывается, дома нет. Медовый месяц. Поздравляю. А завидую. Ну, медовым месяцем это трудно назвать. Пойдем поговорим. Боря, ты что придумал, а? Я вообще к жене пришел. Разрешишь свиданку? Или только тебе можно с моей женой? Что с твоей женой? Развлекаться. Ой. А ну, посмотри на меня. О, смотрю, хорошо отдохнули, да? Отдохнули, ну давай, поделись с другом. Что за чушь? Не было у нас ничего. Боря. Зачем ты здесь? Что значит зачем? Я вообще-то я твой муж. Лена, а ты отвернись. Леночка, ну что с тобой? Борь, тебе лучше уйти. Тетя может что-то заподозрить. Ален, я... Скоро все закончится, и мы вернемся домой. Потерпи еще несколько дней. Хорошо. Я потерплю. Я потерплю. Нам ведь еще
проект сдавать. Здравствуйте. Лана, где эскизы по последнему проекту? У Александра Андреевича в кабинете. Хорошо. Вам что-нибудь нужно, Борис Станиславович? Нужно. Сынок, что-то случилось? Почему папа так быстро ушел? Ну ты же понимаешь, что он не мог здесь долго находиться. Лен, извини. Можешь нас с Эдиком оставить на минуту? Спасибо. Эд, ты извини меня из-за этой канители. Я так и не спросил тебя. Тебе здесь хорошо спится? Может, нужно еще что-то? Да нет, все нормально. Ты только никому не рассказывай. Я до лет 12 спал со своей любимой игрушкой, бегемот Гоша. Он уже полинял, весь мятый такой. А я все равно его любил. Друг, понимаешь? Да, понимаю. У вас клево, дядя Саш. Телек большой, ноутбук, все супер. Только я по папе соскучился. Папа у тебя молодец. И он по тебе тоже соскучился. А сегодня не смог остаться, ну ты знаешь почему, да? Папа у меня клевый, как тетя Лиза. А, кстати, почему она в Америке живет? А то она столько много разных игр знает. Из ружья так круто стреляет. У меня есть друзья из класса, а другой тети никогда не было. Я в детстве просто обожал, когда она к нам приезжала. Сразу праздник начинался. Ну, если я, как все дети, немного шалил, она никогда меня не ругала, а просто давала мне мудрый совет и никому ничего не рассказывала. Так если она может дать мудрый совет, зачем ее тогда обманули? Знаешь что? Завтра вы с мамой поедете к папе. К папе? Ух ты, правда? Правда. Но это завтра. А сейчас ложись спать. Хорошо. Скорее бы завтра. Завтра прилетает мистер Мёрфи, мой адвокат. Подготовить документы, я думаю, уже завтра активы перейдут к тебе. Уже завтра? Ну, а чего тянуть? Бизнес в порядке. Семья у тебя замечательная, все условия соблюдены. Или ты не рад? Да нет, я очень рад. Вот и хорошо. Да, я в офис поеду завтра пораньше, ты подъезжай часам к 11. Ну, все равно я твой кабинет займу. Тебе в нем делать будет нечего. Пап, мы приехали.
Золото. Пап, ты... Эдик, выйди. Лен, я... Лен, я... Прикасаться. Ну и беги. Беги к своему Сашеньке. И чтоб ты была в курсе. Он все знал, слышишь? Это он предложил мне развлечься, слышишь ты? Он вообще все знал. Эдик, подожди в машине. Ты и я, почему так быстро? Ты знал. Ты знал все с самого начала. Думаешь, если у тебя нет семьи, пусть и у других не будет. Теперь не будет. Какие же вы оба! I'm sure I was. Oh, yeah, I see. Ой, Саш, ты уже очень хорошо. Договор готов. Sorry, could you give us 5 minutes, please? Саш, что случилось? Я хочу тебе кое в чем сознаться. Здрасте. О, друг семьи. Ага. То есть, не друг. Я муж. Да? И что? А то, что это ваш племянник вас все время обманывал. И сейчас наверняка вот стоит и вам врет. Он никакой не муж. То есть, Алена ему не жена. А он их просто нанял. Нанял, чтобы вас обмануть. Ты все сказал? Вроде. А теперь пошел вон отсюда. Ты же всю жизнь жил за счет других. Только деньги у тебя на уме. Даже идеи и те у тебя ворованные. Хорошо, я уйду. Но ты знай. Алена моя, слышишь ты? Я не позволю тебе развалить мой брак. По всей видимости, ты сам его уже развалил. Ну, вот, собственно, все это я и хотел тебе рассказать. Да. Весело у вас здесь. Только я не понимаю, зачем нужен был весь этот цирк? Я совсем запутался. Я виноват, и мне очень жаль. И мне очень жаль. Я позову адвоката. Подожди. Фирму не будем закрывать. То есть как? Работай. Владей, Саша. Но ведь я этого не достоин. Да не достоин этого твой друг, Саш. Продать свою семью. Да как такое в голову-то могло прийти? А ты просто глупый. Неужели ты думаешь, что я не догадалась? То есть как? Я же с самого начала поняла, что-то здесь не так. Ну, просто не верила. К тому же Алена и Эдик стали мне как родные. И я уверена, ты с Аленой будешь счастлив. Ну, это вряд ли. Саш, я пока документы буду готовить. А ты беги за ней. Сделай первый шаг. Это бесполезно. Мальчишка.
знаю пока. Ты слышишь? Ты слышишь, это я стучу дождем по мостовой. Прислушайся, как я шепчу полночной звездой. Таким образом мы преобразовали ваш проект и создадим настоящий город мечты. Спасибо. Это я. Александр Андреевич, еще 5 кандидатов. В котором будешь ты. Останови, пожалуйста, я пройдусь немного. Властно мне, истины давным-давно просты. На вершине или самом дне верю, я верю, что ты слышишь. Ты слышишь, это я слышу дождем по мостовой. Прислушайся, как я шепчу полночной звездой. Если сквозь туман один лучей падут следы, знай, знай, это я. Рождаю день, в котором будешь ты. Сашуль, а я тебе индейку запекла. Спасибо, я не голоден. Рождаю день, в котором будешь ты. В котором будешь ты. А вот еще один вспомнил. Какой? Учитель спрашивает у Вовочки, когда твой день рождения? Вовочка отвечает. 5 октября, учитель, какого года? Вовочка, каждого. Ну все, я уже не могу, у меня уже щеки болят. О, привет. Привет. Я смотрю, депрессия прошла. Ну и прекрасно. Собирайся. Куда? Я нашла тебе работу. Что за работу? По твоей специальности, подруга. Хватит уже дома сидеть, засиделась. Ты хочешь от меня избавиться? Да при чем здесь это? Живи сколько хочешь. Но только такими вакансиями не разбрасываются. Да. Угу. Но это не важно. Важно, что ты наконец-таки выйдешь в люди. Так что давай, собирайся. Ну, собирайся. Как уже? Угу. Давай, давай. Ну, подожди, мне же надо как-то подготовиться, проекты выбрать. Да бери ты весь альбом, директор ждать не будет. И на такую зарплату быстро найдутся охочие. Давай, давай, собирайся. Ма, соглашайся. Да. Мне уже 5 минут. Вы возьмете меня с собой? Ну, куда ж мы без тебя? Сонь, а там так и написано, требуется архитектор-градостроитель. Именно архитектор и именно градостроитель. И не ландшафтный, не промышленный, а именно... Именно, пошли. Неужели им нужен архитектор именно без опыта работы? Им нужна именно ты. Черт. Примета какая плохая, а? Вот я дура. Поверь мне, примета отличная. Губы подведи. Зачем? Ты же женщина. Я архитектор. Ты женщина-архитектор. Умная, красивая, градостроительная. Пошла. Ой, боже мой, да чертежи. Забери свои бумажки. Добрый день. Я по поводу вакансии.
Привет. Это что такое? Я не знаю. Почему ты здесь? Это ты так развлекаешься? Развлекаешься? Дорогой мой, ты без меня и каши не сваришь. Я нашла тебе архитектора. Вот адрес, поезжай, пообщайся. Он очень занятой, но я договорилась. Он выделит тебе несколько минут. Спасибо, тетя Лиза. Спасибо, что ты рядом. Ну, это же игра какая интересная. Закажи девочку в офис. Мне здесь встреча, я не знал. Не знал, что именно меня привезут? Ну, не огорчайся. Давай поиграем. У нас уже такой опыт. Начнем с игры «Отбери моего мужа». Это когда муж никогда не дома. Он трудится целыми днями на Александра Андреевича и думает, что именно так семья будет счастлива. Кстати, семья. Следующая игра. Купи мою семью. С потрохами. Семья такая свежая. Такая современная. Оптом и в розницу. За недорого. Так, пора вмешаться. Ну и последняя игра. Это когда жена возвращается из командировки. Ну, это классика. Леночка, ты все неправильно поняла. Как же я тебя ненавижу. Что ты ищешь? Пистолет. Что? Пистолет не могу найти. Какой пистолет? Ну как какой? Я же без пистолета никуда. Что? Возьмешь пробелом, представишь к голове Бориса, а ну, Боря, работай, Боря, давай чертить чертежи. Ну тут уж не до семьи, это понятно. А ну-ка, Боря, давай теперь семью свою на прокат, быстро. Ну, куда же бедному податься? Возьми, Саша, и жену, и сына. Что за чушь? Именно чушь. Я ведь никого эту комедию ломать не заставлял. Кстати, совсем никого. Что? Ничего, я говорю, с дверью ерунда какая-то. Я виновата. А вдруг пожар? Это может быть опасно? Вот сейчас будет опасно. А еще архитектор. Я всегда знала, что ты негодяй. Твой сотрудник потуха. Ничего подобного. У нас честная фирма. Мы платим налоги. Да не помню. Все. Они убили друг друга. Еще нет. Я еще и виновата, а? Глазки мне строил. Ресторан, скамейка, пакет! Это что? Это пощечина! Это я понял. Я говорю, что это. Это мой проект. А это чей? А это? Это чей? А это мой. Точнее... Бориса? Боже мой, какая же я была дура. Вы мне подходите. Ну, я... Как давно я искал такого архитектора? Мы представляем проект «Город-сад», где у каждой семьи будет свой сад. Пусть маленький, но свой. И прямо в городе. Сад, где люди забывают о проблемах и вспоминают о том, что они творцы. Они творят свою судьбу сами и могут сделать мир вокруг себя прекрасней. Я не мастер говорить, поэтому вот. Да, обратите внимание, что все.